Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 мая, и вот только что я снимала видео в другой теплице, где говорила, что если опадают томатные цветы, то не стоит расстраиваться, нужно разобраться, опадают они после того, как уже завязались плоды, или опадают от того, что не опылились. И вот если, когда опадают цветы, я говорю, что не стоит печалиться и волноваться, возможно, это уже зависть. Когда вы увидите вот такое буйное цветение томатов, то не стоит радоваться. Чаще всего это не очень хорошо. Сейчас объясню. Я уже 2 года назад про томат «Русский богатырь» говорила, что вот он всегда... Он так обильно цветет, он похож вот на какое-то декоративное растение. И вот в этом году у меня то же самое случилось. Вот это по записи у меня «Черный принц». И я знаю, что это томат крупноплодный. И что вот эти все там, все цветы, вы видите, ну как может быть столько крупных плодов? Ясно, что растение его не выносит, не вынесет, не выдержит, не выкормит. И вот он так буйно зацвел. И я в этом случае даже не радуюсь, а наоборот огорчаюсь. Ведь мне нужно выбирать и какие-то цветы половина убирать. Очень много в кисти цветов. Вообще про крупноплодные я потом буду говорить, что если они действительно крупноплодные, в кисти оставляют 3-5 плодов и 5-6 кистей. Все. Вот эти вот гирлянды, такие цветущие, нам не нужны. Вы посчитайте, вот сколько в одной... Я вот одну кисть начала считать, я даже сосчитать не смогла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Больше 20 цветов в одной кисти. Если бы это был мелкоплодный томат, такой, как я вот говорила, банановые ноги, да пусть бы они все 20 этих пальчиковых сарделек висели и все. Но если это русский богатырь, или если это черный принц, у которых должны быть здоровые такие мощные плоды, то половина цветов... Это лишнее. Я сразу говорю, что придется, скрипя сердцем, удалять. Но удалять нужно в той фазе, когда вы уже увидите маленькую зависть, что плоды именно завязаны. Опыляются они сейчас, завязываются. И оставляете, ну сколько, например, 5 или 6 кистей на одном кусту. И примерно 3-5 завязей в одной кисти. Конечно, смотреть на такой томат приятно. Вот я их только недавно высадила, видите, некоторые вообще еще не цветут, вот у тех только бутончики. А с этим что-то случилось, я не знаю, что с ним случилось. Он весь покрылся цветами, и один именно вот этот сорт цветет обильно, цветет красиво, но радоваться этому не стоит. Скорее всего, если вы не вмешаетесь и не сделаете нормирование вот урожаем на каждый куст, высчитать сколько нужно, то, скорее всего, будет множество плодов, мелких, небольших, и характеристика сорта, ну как, он не сможет вам показать те сортовые характеристики, которые у него написаны, что плоды должны быть крупные, мясистые, обычно мелкие плоды они и во вкусе теряют, и, ну и, конечно, внешний вид, или вот, как я раньше говорила, или здоровый русский богатырь, который разломишь, он мясистый, сахаристый, или много маленьких русских крошечных богатырей, весь куст увешан как черри. Такие русские богатыри нам не нужны. Также вот и черный принц, он должен быть плод хороший, массивный. Это я вам просто сказала на тот случай, что кто-то, может быть, из начинающих увидит вот такой цветущий куст и обрадуется. Ой, какой красивый томат, ой, какой будет урожайный, ой, сколько будет плодов. Не надо вам столько плодов, если это сорт крупноплодный. Если мелкий, пальчиковый, черри, пожалуйста, пусть растут, пусть цветут, а с крупными поступайте, не жалейте их. Это, конечно, немного жестоковато. Нужно отщипывать иногда и цветочки, иногда и целые кисти, если лишнее вырастет, общипывать. Но это нужно, это тоже формирование куста. И это одна из важнейших вот таких, как один из важнейших приемов формирования для укрупнения плодов. Если вы не будете регулировать количество цветов и кистей, крупных плодов никогда не будет. Все, до свидания.